Привет! С вами сегодня Паша и Миша. Мы покажем вам паркур на тишине. Новой тишине, которая выпущена. Рекомендую взять вас парик или диктатор, конечно же, рельсу, и либо вас парели. Но рекомендую все-таки взять рикошет на вас. Кратко продигом. Для начала рекомендую залететь на самый маленький домик. Для него понадобится диктатор рельса и минка перед началом. И у вас парик. Рик реагирует на толчки и залетаем на домик. Дальше Васпик, не отходя от этого места, ставит минку далее, залезает на диктатор, диктатор не дает рельсу, Рик не стреляет. И залетаем на домик. С помощью диктатора срывается на минке. Также можно переехать на тот домик. Для этого не надо ничего, не стрелять, ничего. Яма закрыта с текстурками. Идем к следующему. Теперь будет труднее. Сейчас, чтобы залететь на домик красный, опять красный, домик надо будет диктатору дать рельсу в аспект. Именно в тот момент, когда он начинает подниматься. Диктатору нужно поставить минку будет на подъемчике. Итак, пробуем. Рельсу дает, и мы залетаем на домик. Этот способ самый легкий, чтобы залететь на этот домик. Идем к следующему. Итак, для самого большого препятствия на карте этой тишине нам понадобится диктатор, неважно на какой пушке, и васпорикошет. Васпорикошет стреляет, когда поднимается на подъемчик, и получается, что он залетает. И с помощью выравнивая рикошетом стреляю, он выравнивает себя под эту. Потом он может проехать далее, куда захочет. Вот мы паркурили, вроде покорили все домики. Спасибо за просмотр, думаю, вам понравилось, и лайкайте. Все, всем пока, всем удачи.